Загляни в лавку rpgdon.com, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео. Так, надо записать сейчас приветствие на ютубчик. Сейчас 5 секунд сделаем. Привет, ютубчик. С вами сегодня кролик. Кролик по фэншую, между прочим, приносит удачу, между прочим, говорю. Поэтому я надеюсь, что нам сегодня в заточке повезет. Начнем заточку сегодня со 100 храмов. Будем тыкать их через реплос, посмотрим, что из этого выйдет. Так что, если вдруг у кого-то есть какая-нибудь дорогая заточечка, и вы хотите мне доверить, так сказать, мои лапки это дело, пишите, сделаем. С вас, как всегда, подписка, лайк, колокольчик для продвижения и пишите комментарии, как вам заточечка в этот раз вышла. Сегодня план капкан. Сегодня нужно поднять где-то примерно 20-30 миллиардов, чтобы я смог все-таки приобрести долгожданный артефакт, на который коплю бабло. Поехали. Бля, когда не свое точишь, вообще охеренно. Можно не переживать, просто так тыкать. На похер. Сейчас по секретной методике будем делать, так что не ссать, все нормально. Так, я предлагаю, короче, тыкнуть. Если оно сейчас не пойдет, но он стоп друг за другом не будет заходить, то мы будем уже через реплос бахать, через фейл реплоса. Так, зашло, отлично. Это было 76, да, процентов? А двадцаточка это у нас будет 25%. Блин, ну 3% существенная разница. Сейчас посмотрим, что по деньгам выходит. Там, по-моему, в 20 точек разница, да? Здесь 33 точки, а здесь 53. То чисто 20 точек. Умножаем на 170 тысяч, получаем 3 миллиона. Я думаю, 3 миллиона это копейки, пускай лучше кольцо зайдет, поэтому на 3 миллиона будем дальше тратиться. Обратно берем 25 и бахаем дальше. 76. Хорошо летим. Ты месяц 24/7, говорит, покупал санилов. Да нет, он их фармил на сезоне. Опа, первый фейл есть. Поэтому я предлагаю размяться на репласе. Бабки есть. Слушай, точимся, пока все бабки на аккаунте не исчезнут, правильно? Может тогда брать 20-ку? Там как раз на 25 будет. Кидаем туда реплас, бахаем его. Зашел. А нам через фейл надо. Окей, погнали еще. Делаем снова вот так. 17 пока не трогаем. Оп, не зашло. И уже фейлы подскочили. 28. Маловато, конечно. Давай еще один раз ебанем. О, отлично. Фейлы красивые. На плюс один дальше едем. Надо хотя бы пару колец четвертых сделать. Фейл! Что? Алло, у меня же система была. А вот сейчас система сгорела немножечко, блядь. Вместе с моей жопой. Дальше едем по системе. Главное все делать аккуратно и не спеша, правильно? Так, не зашло. Еще раз тыкаем, зашло. Сука. А давай сначала так попробуем. Чисто волну сделаем. Должно зайти, давай. Вот, все, пошло. Я просто, когда нулевые распады тыкал, тыкаю, заходит, тыкаю, заходит, тыкаю, заходит, тыкаю, заходит. Еще сидели. Че за угар, блять? Вот. Поэтому, Эвекиман, я тебе сказал, что нулевые кольца лучше не точить, а лучше их покупать. Ну так как ты их выбивал, в принципе, похуй. Да, что-то мне не нравится наша система через фейл. Может, типа, кольцо сгорело, а теперь тыкнуть? Ладно, давай тогда так попробуем. Может, типа, через фейл именно кольца попрет? Поэтому регистрируйтесь на турнир. Нам не хватает 3 команды, блядь. Зарегайтесь на турнир. Все, видел, что в Экиман сейчас было? Получается, кольцо спалили, а потом следующее зашло. Значит, так, дальше едем. Да почему фейл-то? Сука! Ладно, давай тогда вернемся снова к системе через перчатки фейлов. Зашли, понял. А, пускай заходят, потом пригодятся все равно. Берем двадцатку. Вы ебанутые? Это могли бы быть, блядь, потенциальные кольца. А теперь мне уже стрёмно тыкать. Да иди нахер! Бляха-муха, вот так это чист через фейл, да? Ты видел это? Ивак, 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 надо запомнить. Во, фейл пошел. Слушай, а может мы сделаем иначе? Ивак. Ой, я забыл анимацию пропустить. Ивак, а может мы сделаем иначе? Мы сразу же, которое кольцо зашло, мы его почти сразу же будем дальше гнать. Вот допустим, смотри, мы тыкнули кольцо, оно зашло на плюс один. Мы потыкали еще, там туда-сюда, потом тыкнули на плюс два. То есть не ждем, пока все перегоним. Вообще я точу, ладно, что я, блядь, вас спрашиваю? Сидите, смотрите, идите чай делайте. Я не понимаю одного, почему у меня нету 5, допустим, или 8 подряд колец на плюс 1? У меня было по 8 распадов на плюс 1 подряд. Сейчас такого нет. Как это, блядь, работает? И, так вот, когда вы зайдете на стрим, вы спросите, что за херня происходит? Это мне сегодня похуй, я кролик. Так, вроде поехало. Я понял, надо просто подольше попиздеть, помариновать его, когда одно за одним. Смотри, сейчас зайдет, смотри, уши ставлю. Я уши проебал. Ладно, хоть хер не поставил. Фейл должен быть сейчас. Отлично. Поехали колечко. Снизу возьму. 75%. Кстати, несколько колец 75 не зашло. Сейчас посмотрим, что будет.
Да, нормально, 1% туда-сюда. Короче, сейчас сделаем так. Если сейчас опять будет выебываться, не заходить, я буду просто после репласа каждый раз тыкать и все. Волна должна быть. Волна, что нон-стоп заходит штук, ну хотя бы штук 5 подряд. 76%. А не волной так. Раз, два, три, четыре, пять. Должны залетать. Вот, два. Я думал, ты к блечу готовишься. Три. Четыре. Пять. Вот и волна наконец-то поймалась. Шесть. Блин, страшно будет, когда на три. Это пиздец. 10 колец подряд я последний раз не затащил. Это, по идее, восьмое. Восьмое. С 32 на 3 точи. Ладно, хорошо. С 32 на 3. Окей. Задонатишь косарь, тыкнул с 32 фейлов на 3. Уговорил. Если зайдешь, вернешь ему 2. Вернешь, говорит... Я что ли на это подписываю? Так не работает, ребятки. Девятый! Это какое кольцо? Девятое или десятое? Ивак, ты считаешь? 9 колец, да, подряд зашло? Давай десятое, чисто, чтобы... Бэнг! 10. 10 колец подряд, нормально. По идее, мы теперь, когда сейчас такую волну словили, мы сейчас должны будем словить волну... Опа, вот она, походу, началась, бля. Ну и надо определиться, со скольки мы тыкаем, тыкать будем на плюс 2. Смотри, есть, короче, оверфейлы на плюс 2, 40. Но можно тыкать с 35, с 36. То есть, в принципе, я могу до 40 протестами просто добавлять и все. Тебе протесты вообще нахер не нужны? А мы точим на плюс 4 или на плюс 5 бежу? Так, что у нас там, фейл, да, был? Надо еще, наверное, что-нибудь зафейлить. Давай еще фейл на нем. Перчатки. О, все. По идее, сейчас должно пойти. Три фейла было подряд, причем с больших таких нормальных процентов. Во, пошлю. Чисто бабки, да, зарабатываем на храмах. Угу. Помню, когда последний раз я так сказал, я так озвучил вслух, блядь. И просто 100 храмов, 100 храмов, ни одно не зашло на 3. В чате написать я тоже могу. Я тоже стримеров смотрю, захожу в чат, пишу. Нитрич, ради меня Боган с 32 тыкни, отстань. Пишите, ребята, в комментариях, сколько вы заточили колец из 100 штук на плюс 4, на плюс 5. Были ли у вас такие же заходы, как сейчас? Ты разве не завязал за точкой? В смысле, мы каждую пятницу точимся. Ребятки, нам нужны лайки. С меня хорошее настроение, с вас лайки. Вас 56 человек, ставь лайк. Вместе, короче, пообщаемся. Тебе обычных колец скоро не останется. Точно? Я, кстати, не слежу за этим, блядь. Так, все, на плюс 2, да, ебашим? Нам нужен фейл сделать, чтобы на плюс 2. Взять 25, бахнуть на 17. Вот так, бахнуть потом вот так вот. И вот въебать кольцо на плюс 2. Красиво сейчас будет. Забыл про тесто, надо добавить, точно. До сороковки тут 50% как раз. Ну, число красивое, должно заходить. Отлично, отлично, красиво идем. Ёпты. 25... Вот так, три протеста, два, три, и бахаем на два опять. 50% полетели. Ушки на макушке. Оп, ой-ой-ой-ой-ой, хорошо, 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 хорошо. Блин, зафейлилась, зараза. Мне почему-то кажется подряд... Ну хотя давай рискнем. Сейчас если не зайдет, не буду больше этот делать так. Так, резко, без анимации, погнали, на плюс 2. Оп! Ой, все, в пизду, понял. Только через фейлы ебашим тогда дальше. Это ВКР! Это заход на плюс 2, смотри. Видел, да? Видел? Это реплос какой-то. Перчатки просто волшебные, не заходят. На двоечку. Лол, блядь. Лол. Нормально. С чекой опять перчатки тыкаю. Так. Раз. Два. Три. Чё? Ладно. Мне лучше, блядь. Сейчас кольцо, может, зайдет опять. Колечко. Колечко. Кольцо. Зашло. Бля, на три бы еще так, да? Было бы вообще красиво. Так, 25 я взял опять, да? Давай. Это точно 16-й реплот? У нас в Дискорде есть канал.
предложений там что-то. Ты считаешь, сколько подряд колец зашло? Все, пизда, перчатки заточились. Кончилась халява, блин. 50, цифра красивая. Блять. Фуку. Че началось-то, блядь? Это, говорит, все Павел. Он такой, блядь. Не, нормально пока. Пока вроде нормально идем. Ну так. Плюс. Плюс плюсу. Блядь, надул. Так, у нас что еще осталось? Раз, два, три, четыре, пять. Бля, еще колец до хуя. Я просто 18-й реплосы хочу оставить на этот. Ну вы поняли, да? Когда на 3 будем тыкать. Типа тыкнуть на 19, оно не зайдет, и потом ебануть уже кольцо. Поехали, 50%. Павел, реально, сходи по... Да... Ну не зашло, слушай, что-то не хочет. Может, два подряд? Бля, давай два подряд и больше так не делаем. Если не зайдет, больше так не делаем. Я думаю, что сейчас зайдет. Должно. Должно зайти. Фу, нормально. Бывает такое, что если тыкнешь, так два подряд не заходит, и все, лучше так больше не делать. Нормально. Я понял. Когда я дую, не заходит. Окей. Главное, все не сжечь моментально. Давай, родная, давай, на, чтоб сейчас зашло. А у меня вон они подсвечиваются. Плюс первых так-то еще. Ну ты тва... Короче, сейчас еще одно тыкаю подряд. Если сейчас не заходит, то больше так не делаю. Вот. Нормально. Ну, ладно. Нормально. Поехали. Е-бой! Хорошо. Интересно даже, сколько плюс вторых получится. Бля, опять, прикинь, опять 10 получится, и ни одно на 3 не зайдет. А у нас сейчас нулевые не кончатся? Что-то плюс первых дохуя, смотрю. Лишние кольца, что ли, переточил? Хорошо, идем. Не сглазить, главное. Зараза, полетел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, еще 9 колец, нихуя. Да, пипец, кролик замерз. Плюс два, поехали. Сороковочка, оп. Блин, слишком мариновали долго. Буц. Бам. Так, хорошо. Три кольца осталось. Три кольца и начинается жесть. Бля, ну три, конечно, там уже будет посерьезнее и поопаснее. Бам, блин. Оп, ну зайди. Есть. Отлично. Да, я охуею, если я тебе сейчас заточу, короче, на плюс 4 тут все. А потом у себя все пожгу, блядь. У нас сегодня счастливчик и Векиман. У него пока нормально все заходит. Сейчас, если не зайдет, то еще раз пробуем. Еще не тестил, но хочу. Я зеркало сейчас сделаю. Давай, родная, давай, ну. Вот. Сегодня ни разу так не зафейлилось. Ка, ну давай последняя, заходи и полетели на 3. Бам! Отлично. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Нихуя себе! 16? Может продать, да и похуй. Вакиман продаем или докупаем? 12 колец надо покупать. Точим, все, понял. Полтинничек, вообще вкусно. 41,4. Ну, как говорится, первый тык как пойдет, так и весь стрим пойдет. Ебой, сразу же. А у нас еще 15 колец. Ой-ой-ой, какая грязючка. Сегодня не зря кролик пришел, блядь. Кролик приносит удачу. Блин. Вот и первый фейл. Поехали. Буц. Так, на троечку погнали. Ради Паши, с больших фейлов, чтобы он успокоился наконец-то. Отлично, отлично, прям хорошо идет. Мы заряжены, поехали. 58. Ну.
Нормально, нормально. Так, берем двоечку, убираем галочку. 58, полетели. А-а-а! Опять зашло. Я в ахуе. Алло, говорит, хватит, да. Сука, не пошло. Так, ладно. Просто дыра осталась одна. Через месяц Нитрис в пятницу сидит в комнате с сотней кроликов и грызет морковку, блядь. Тебя Аня стропонит, а вот это уже, блядь, секретики нахуй. Стропон на удачу, блядь, с этим, с маркировкой кролика. Так, ну давай рискнем, два подряд. Я думаю, что сегодня прет, потому что я до этого два подряд затачивал на два. Поехали. Ты сука! Два подряд сгорело, бля, вот сейчас больно было. Слушай, а вообще, если так посчитать... У меня тогда из 100 колец зашло только 0 на плюс 3. А сейчас уже раз, 5, 6, 6, блядь. Как будто 600 колец зашло. Так, ну чё, поехали дальше? Стой. А, бля. Понял. Да я, блядь, перепутал кольцо. Тихо. Тихо. Автосортировка. Да нет, ну почему? Бля, вот пошли неудачи, все, допизделись, что везло. Поточи мне, блядь. Нитрич, я отдамся тебе, так же заточи. Ага, блядь, сейчас одни фейлы. Сейчас ни одного кольца на 4 не зайдет. Че вы будете писать? Бля, какое кольцо зайдет? Я думаю, вот это. Оно далеко стоит вот здесь, поэтому зайдет. Должно зайти. Давай, давай, родная, давай, не подведи, блядь. Потому что, ну, уже два фейла подряд было. Третий ни нахер не нужен. Он не нужен никому. Сука! Скипай фейлы, бери другие. Думаешь? Ну, давай. У нас три кольца осталось, ребят. Три кольца. Надо заточить хотя бы два. Поехали. Да, родная, да, роднулечка, пошла. Вот она где, блядь, вот здесь она. Хорошо, хорошо. На 4 прям, смотрите, как подготовили поляну. Левое кольцо или правое? Левое или правое? Ладно, давай левое возьмем. Ну, они слева стоят, да, пускай будут. Все, поехали, погнали, погнали, погнали. Пошла, блядь, энергия просто впитывается, влетает в кольцо. Фу, опять зашло, ты погляди, нихуя себе, нихуя себе. Что-то все ебало в кольцах, блядь. И поехали на троечку, последнее колечко, ну давай, не разочаруй папочку, давай. Нам нужен еще один шанс на 4 нужен. Понял, все. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 колец храма из 100 штук. Пизжу, не из 100, а из 112. А теперь спросим у владельца. Ивайкиман, ты хочешь точиться на плюс 4? Или ты хочешь синицу в руках или жирафа в небе? Что ты хочешь? Колец на аукционе нет. То есть они у тебя разлетятся, как горячие пирожки. Просто, блядь, как пирожки бабы Зины. А после окончания ивента на 100% дропа, я думаю, они еще быстрее разойдутся. У тебя есть уже в руках 11 миллиардов 840 миллионов. Минус 15% комиссии, итого 10 миллиардов. Ну, кстати, немного. Хуйня вообще, в два раза поднялся, считай. Оставляем, все, понял. Вот так вот, ребятки. Ивейкиман выбрал, что казино сегодня в минусе, а Ивейкиман в плюсе. А что выберешь ты в своей заточке? Поехали точить меня. Карма должна быть. Карма должна быть. Мы увидим сейчас карму. Вы готовы, девочки? Мальчики. Пошла волна. Карма должна быть. Давай, полетела. Карма присутствует в этом мире. Блять. Сука. Так почему? Как? Я не понимаю, блядь, за что? Почему я? Почему я? Бля, страшно. Страшно. Распадик, 50% шанс. Давай, родной. Роднулька, хотя бы ты зайди. Чтоб у меня был шанс на четверочку там дальше и так далее. Фух, давай, зайди. Дай мне, блядь, шанс. Дай шанс. Дай шанс. Почему? Так это нереально, блядь, опять сгорело. Ну, блядь, я не знаю. Ну, ребята, ну...